Fuck. Who could? This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Великолепно. Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. Мы продолжаем прохождение игры, которая называется «Зверь внутри». Как он тут оказался и почему он оказался в такой ситуации? Очень любопытно. Ну, а это... Ножик контров из этого... Ну, вы поняли, откуда. Из Counter-Strike, конечно же. Как он оказался в колодце, ну реально, как? Что это такое? Хорошо, что получилось с первой попытки сбить ведро, а теперь нужно аккуратненько по цепи выползти отсюда. Конечно, я сильно поражаюсь тупостью людей, которые оставили его в колодце, оставив рядом ножик и ведро. То есть цепь с ведром, ну ладно. То есть ничего страшного. Условности. Ползем вверх. Ой. Так нечестно, я же нажал. Там было нажать право-лево, но я подумал, что сейчас будет опять право, а там было два раза лево. Ух уж эти кутыешки, слишком сложно. Ну реально, откуда он оказался в колодце вообще? Странно. Очень странно. Может быть, тот приборчик, с которым он ходит, как-то влияет на его разум. Он сам не помнит, кто он и что он делает. От этого приборчика идут какие-нибудь излучения. Ну там слишком быстро, ладно, ну не слишком быстро, но все-таки достаточно быстро было. Я бы не переживал по этому поводу, если бы не такие долгие загрузки. Почему загрузка идет по полчаса, я вообще не могу понять. В шахте, кстати, быстро грузилось, но, видимо, потому что мир прогружался намного быстрее, чем тут. Ага, то есть мы сохранились, грубо говоря, да? Инстинктивно как-то от камня этот уворачиваюсь. Хотя понимаю, что он вряд ли что-то сделает. Но... О, что у него на ладони что-то? Это какой-то... А, нет, это просто... Или там что-то нарисовано, смотрите. Или знаки. Fuck, the plank is gonna break. Конечно, сломается, это слишком тяжелый. Вот медленно достаточно. Вначале. А просто лево. Отлично. Ну хорошо, что наш первый ГГ хоть и немного психоват. И с башкой у него явно не то, но хотя бы с физической подготовкой у него все нормально. Он вылез отсюда. Вылез из этого колодца. Правда, где мы, как-то все еще не очень понимаю. Ключи? От чего ключи? От наручников? Нужно поскорее вернуться домой. Полностью с тобой согласен. Потому что неизвестно вообще, сколько времени прошло и что с Эммой за это время. Ага, это колодец, ну, в принципе, там, где мы были. В том доме. Я думаю, что можно немножко сократить или просто нас оттуда не выпустят, и нам нужно будет прорубить с мачете эти кусты. Хотя зачем нам был нужен ножик, если у нас мачете есть в инвентаре? Да, ну ладно. Ладно, не будем.
Я просто подумал, что у него все пропало, а потом сейчас, когда он использовался мачете, я понял, что нифига, у него не так, как был, так и остался. Насколько я далеко от дома? Тут ключ я знаю. Тебе эта местность более должна быть знакома, тут бегал уже 100 раз туда-сюда. Не то, что я. Ой, какие-то щёрихи с правой стороны. А темнеет же, темнеет. Ох, темнеет и шорохи. Ну, мачете есть, так что все хорошо. Я думаю, что нужно идти по дороге. Дорога куда-нибудь доведет, правильно? Правильно. Ну, дорога куда-нибудь приведет? Ну, по-любому. Эмма дома одна, нужно поскорее вернуться домой. Ну, конечно. Мы с тобой этим сейчас и занимаемся. Поскорее возвращаемся домой. Ну, кажется, наверное, пути, потому что тут доски, которые надо отломать. Ломаем доски. Не знаю, их проще было мочить и прорубить, опять же, ну ладно. Ломать так ломать. А ты смогу вообще спуститься? Такое ощущение, что нет. А нет, смогу. Я просто испугался, вдруг он сразу прыгнет вниз и упадет опять. Так, это башня, отель и вышка. Пожарная вышка. Firewatch, наблюдение за огнем. Фонарь? Просто вот так посреди леса лежит фонарь. Он типа путь указывает, да, куда нам идти, ну ладно. Ну, я так понимаю, что это указатель такой, знаешь, стрелочка, типа, иди туда. Хотя, не надо было, наверное, сюда идти. Колесо. Откуда это колесо? Оно мельничное колесо? Или что это? Или шахта? Ну, скорее всего, с шахты что-то осталось. Только почему оно так далеко от шахты? И что оно тут вообще делает? И почему оно еще не сгнило за столько лет? Оно же деревянное. Столько вопросов, на которых нет ответа. Это лошадь. А, нет, это всего лишь указатель. Всего лишь указатели. Ну, мне через мост, скорее всего, надо идти будет. Все-таки. Я просто хотел посмотреть, что тут есть любопытного. Вдруг тут что-нибудь нашлось бы. Записка. Сундучок. Еще что-нибудь. Ты только сейчас-то понял, дурачок. Ну да, это тот мост. Погоди, а где дом-то? Мост-то тот, а дом-то вот он. Тоже. Просто сначала его не увидел. Ну 100% дома никого не будет. Видите, темно в окнах. Или нет? Или не совсем темно? Нет, вот оно. Во втором этаже. Стоит, ждет. Эмма! Да все на втором этаже, не переживай. Вот тут где-то в комнате. Слева или справа? Вот тут скорее, да. Да ладно, она ж тут была. Была ж тут, я видел. Вранье я видел, только что. Так, его ли продолжает глючить? Или начинает? Откуда столько таблеток, кстати? Много таблеток, странно. Странно. Может быть, его пичкают какими-нибудь таблетками? Всякими заставляя пить, а? Чтобы он с ума сошел. Сводит его с ума. А, я перепутал комнату. Простите, извините. Он упал в стрим. Phone doesn't work. Maybe he cut the wires or The important thing is he didn't do anything to you. But he could have.
what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? He... No, I must have missed him. Походу, он был шерифу пристегнут как раз. Believe it or not, the diary I told you about? Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. А почему нельзя отсюда уехать? Ну тупо, ну так вот. Если тупо совсем. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car. Обыскать машину шерифа. Ну давайте пойдем обыщем машину шерифа. У нас, правда, нет ключа, но я не думаю, что это нам сильно помешает. Взломаем и разобьем окно в конце концов. Да? А, у нас ключи есть? Нифига себе. Осмотреть, бросить. Давайте осмотрим. Да ладно! Да ладно, это совсем глупо. А зачем он хранил эту зажигалку? Это вообще был настоящий полицейский или просто ряженый шериф? Ну, конечно, ряженый. О, это вообще быть не могло. Вот это не могло быть. Вот это никак не сочетается с этим. Ну ладно. Да. Полицейский отчет. Он так и успел написать тот доклад. Может быть, не успел. Может быть, просто опечатка. Тот же человек, что превратил нашу жизнь в ад, отправил его в мир иной. Что за доклад? Полицейский отчет. А ну ты просто под полицейский отчет. И... Подождите. После предварительного осмотра смогу уверенностью подтвердить, что шины автомобиля мистера и миссис Стивенсон действительно были проколоты острым предметом. Опечатки обуви на грязи. Говорят о том, что, вероятно, преступником был мужчина. Я говорю с владельцем и продолжу осмотр, после чего изложу сложи выводы в докладе. Ну а тогда зачем? Нет, подождите. Если это лже-шериф, то ему не нужно было вообще составлять, наверное, этот отчет. Тут говорится о тех же событиях, о которых Николас писал в своем дневнике. Выходит, он ничего не придумал и не приукрасил. Жаль, что я узнал об этих легендах только после приезда. У дома семьи Стивенсонов довольно колоритная история. В 50-х годах 19 века в штате неподалеку произошел несчастный случай. Как минимум несколько человек пропало примерно в тех же местах. Когда было найдено тело одного из пропавших, обвинения пали на некого Джейкоба Хайда, совладельца шахты, жившего именно в том доме. Тела других пропавших нашли лишь спустя много лет. Из-за чего эти места с тех пор окружают множество мрачных легенд. Убийца так и не был задержан. Ну да, по дневнику второго ГГ мы это как бы знаем более подробно. Открывай багажник-то, я вряд ли там что-то найду, ну вдруг. В бардачке же по-любому что-то должно быть, да? Ну да, а почему я не могу залезть туда? Блин, ну открывайся. What's this? А это что? В конце 19 века семья Хайда фактически изменила фамилию на Стивенсон, чтобы перестать быть причастным к вине против Джейкоба Хайда. Обана! Именно так! Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Не, он явно, он уже сошел с ума. Он даже не сходит с ума, он уже сошел, походу. Значит, полиция подозревала Джейкоба Хайда в убийстве Джона Нортона. А сына Хайда, Николаса, отправила в психическую лечебницу. Мы были правы.
В своем дневнике он упомянул о 10 годах вдали от дома. Выходит, все это время он проходил лечение. Отчет шерифа. Номер дела. Такой-то 1854 год. Подробности происшествия. Ночь субботы, 11 сентября, в офис шерифа в Уитхэме поступило сообщение от уборщика гостиницы Hillsred Inn, Чарльза Грейди. Мистер Грейди сообщил о раненом мужчине, пришедшем в гостиницу. Предпринятые действия. Прибыв на место происшествия, ниже отписавшийся помощник шерифа, помощник шерифа Дэниел Плейнвью констатировал смерть упомянутого выше мужчины, умершим оказался Джон Нортон, пропавший неделю назад. Так, смерть наступила от потери крови, мужчина был нанесен удар острым предметом, вероятно, ножом в область шеи. Удар произошел, перерезал артерию. Также на теле были обнаружены ноющие порежи, рваные раны и ожоги. Некоторые успели частично зажить. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что мужчина добрался до Hillsred Inn по лесной дороге из поместья на другой стороне реки. Поместье принадлежит владельцу шахты и этой гостиницы Джейкобу Хайду, подозреваемого. Дома не оказалось, судя по всему, он покинул поместье в спешке. Настоящее тайное преступление в Блэкстоне. В конце 19 века Хайды сменили фамилию и стали Стивенсонами, дабы не ассоциировать себя с Джейкобом Хайдом. Эта статуя выглядит знакомо, но я никак не помню, где я ее видел. Точно где-то в доме. Ага, то есть мне нужно найти эту статую. Дополнительные комментарии. В ходе обыска поместья Хайдов шериф и его помощник обнаружили тайную комнату над кабинетом. В этом темном помещении лежал несовершеннолетний сын Джейкоба, Николас. Он съежился на полу, ни на что не реагировал. Установить контакт с ним не удалось. Возможно, он впал в ступор в результате жестокого обращения. Юный Хайд был помещен под присмотр психиатров, которые определят направление его лечения. Шериф выдал ордер на поимку находящегося в бегах Джейкоба Хайда. Награда составляет $500. То есть нам нужно найти вот, вот эту статую, чтобы... Ну да, найти эту статую. Чтобы открыть потайную дверь. Куда-то. Ну, скорее всего, это на чердаке. Но мне почему-то так кажется. Или в подвале, или на чердаке. Ну, что-нибудь потаённое должно быть. Или в подвале, или на чердаке, нет? Давайте проверим сначала эти места, а потом уже будем проверять остальные. Нет, это не то. А куда тут дверь ведет? Видите, она закрыта. Нет, на чердаке ничего нет. Есть дверь, которая пока что закрыта, непонятно куда ведет. Ну, когда-нибудь мы ее, скорее всего, откроем. Есть фигура другая, фарфоровая какая-то. Это совсем не то. Ладно. Давайте в подвал. Там говорили про кабинет, поэтому, наверное, тупо идти в подвал, да? Да, наверное, тупо идти в подвал. Если говорилось в письме про кабинет. Наверное, в кабинете все-таки искать. Но кабинет-то мог быть в другом месте, правда? Не там, где он себе его обустроил. Просто ищем статую. Это самый главный ориентир. А, ну... Нет, это не она. Кабинет, кстати, вот он. Так что ничего... Ничего подобного. Кабинет он оборудовал точно там же, получается. А статуя... Ну, это и есть статуя, нет? Это же она. Это же она. Тогда комната должна быть здесь. Осталось только вставить диск в нишу, как на картинке. Часть текста невидимая. Как мне ее прочитать? Ночью грянувшие днем обдумают. В тени скрывает свет, раскроет. Ну, надо прочитать, наверное, на этом, на огне. Ну, или около свечи. Ну да, тут.
1864 АД. И что мне это дает? А, 1864 АД, подождите. 1864 АД, да, все правильно. Восемьсот шестьдесят первый, 1864, вот он. Ну да, это явно не такая последовательность, да, получается. Ну вот. Изи! Так, а тут еще надо что-то сделать. Похоже, это даты каждая относится к какой-то букве. 1773 плюс С, 1823 плюс М, 1410Н, 1307, 1321Д, 1773 С. С это тут. И первая будет, да? Первая должна быть И. Получается. И. 1823 М. Так, сначала М. Вторая буква G и G 1410 N. Разгадываем. Так, сначала N. Какой там 1410, так, вот он. О, третья буква О. 1307 Д. И сначала Д, потом 1307 I, следующая буква. Следующая буква I. Потом 1791 T, да? Если я не ошибаюсь, T. А, где T? Вот он. Все правильно же, T? Ну да, 1791 T. Так, 1791 Т. 1790. Да не отвлекай меня. С следующая буква. Следующая буква С. И Ай. Ай. Где у нас Ай? Получается тут. 966. Следующая буква, что у нас? М. М получается. Или Н, нет, 1966. М. Следующая буква М. Bingo. Да. That was well thought out, Nicholas. Здорово, придумано, Николас. Да изи. Вау, что это?
Державное яблоко — это не просто побрякушка. Похоже, его можно куда-то вставить. Ну, куда-то вставить, понятно. Куда, в статую, наверное. Логика. Потайной вход. Наверх. Там что-то написано. Что это за место? Что означают эти слова и символы? Лжецы, воры, убийцы, фальсификаторы, монстры. Он и я. Нет ничего увлекательного, чем охота на опасную дичь. Всех, кого я встречал, два лица. Одно человеческое, одно звериное. Ухожу в дальние путешествия, не двигаясь. Человек-зверь. Дневник юного Николаса. Боже, отец запирал Николаса в темной комнате и морально издевался над ним. Хорошо, что он не был один. Но почему у другого мальчика так мало написано? Тут даже не указано его имя, потому что это одно и то же лицо. December 2, 1649. Я столько раз извинялся, но отец говорит, что без наказания ничего не пойму. Я все спрашивал, зачем ты делаешь мне больно? Он покраснел от злости и сказал, затем, зачем ты продолжаешь делать больно нам? 3 января 1950. Нет ничего хуже темноты, ненавижу ее. Меня больше ничего так не пугает. Не знаю, в чем ошибка. Ошибся на этот раз, может, ни в чем? Может, ошибкой было мое рождение? Думаю, отец хочет меня избавиться. Не потому, что я сделал что-то не так. Дело во мне самом. Он просто не хочет, чтобы я был в его жизни, я ему мешаю. В чем еще может быть причина? В том, что я забрал его карандаш, которым пишу? Когда через щели проходит хоть немного света? Я правда не знаю. Мне кажется, что в нем как раз вот это раздвоение. Не зря же его психушку упекли. Скорее всего, это он сделал на шахте все. Скорее всего, он поджег отель. Скорее всего, он убил судью. А может быть и нет. И в дневниках были его воспоминания. 24 марта 1750 года. Мне приснилось, что я носился по гостинице голым и кричал на гостей как безумец. Они меня боялись, взрослые, а боялись. Это тебе не приснилось, так и было. Это был всего лишь сон, на самом деле страшно мне. Я разбил тарелку с едой и остался без ужина. Отец решил, что я сделал это специально. Я ничего не делаю специально, у меня трясутся руки. Не могу больше писать. 15 мая 1750-го. Я здесь не один, он тоже бродит по дому. Не знаю, нравится мне это или нет. Он не разговаривает, только улыбается. А я смотрю в пол и молчу. 6 июня 1850 года. Он хорошо ко мне относится, не так, как я думал. По крайней мере, теперь я хожу по лесам не один. Нельзя говорить отцу, а не то он рассердится. 11 августа 1850 года. Сегодня все как всегда, шкаф и темнота. На этот раз он со мной. Я сказал ему, что хорошо себя вел и ни в чем не виноват. Это все отец и остальные. Папаша запирает меня, потому что стыдится. Он бы только обрадовался, если бы вообще не родился, или был кем-то другим. Сначала он мне не поверил, но потом сказал, что я прав. Еще он сказал, чтобы я не волновался, набрался терпения, и что все будет хорошо. А я ответил, что все уже хорошо, потому что мы больше никогда не останемся одни. Следующая страница. 23 сентября 1850-го. Я уже не маленький, я не обязан слушаться отца, только потому, что он больше и старше. Я умный, у меня в голове много всяких идей. Я рассказывал ему о них, пока мы сидели вдвоем в темноте. Он сказал, что я болен. Ну и что? Может, я болен из-за того, что со мной сделал мир? Ночью мы пойдем в лес охотиться на опасных зверей. 2 октября 1850 года. Это он похищал людей по-любому. Он ушел спать, я сижу один. Папаша привел в гостиницу новую девку. Думаю, никто не заметит. Я видел, как Уайтхед плюнул в лицо шахтеру.
Я сжал кулаки и представлял, как превращаю их в кровавое месиво. Ну, точно он. Мы, в принципе, с второй серии поняли, что это он все сделал. 7 октября 1850 года. Он ничего не знает о моих планах, но осталось всего пару дней, скоро я ему расскажу. Я знаю, где папаша держит пороховые бочки. Ох, и веселье начнется, когда мы выберемся из этого сраного шкафа. Я попросил дамочку из гостиницы показать мне. Она рассказала папаше и перепутала меня с Энн. Теперь мы оба тут гнием. И я должен был убить эту и... Теперь как она просто бесполезный мусор. Ненавижу эту говенный шкаф. Хочу разломать его на кусочки. Знаю еще одно похожее местечко. Да она вообще ни о чем не отличается. Темно, холодно, похожее на ад. Она должна сгореть, если мы хотим, чтобы наши страдания закончились. Я всегда говорил, люди лишь сраный сблев на полу. Понятненько. Ну, то есть две страницы всего тут, да? Ну ладно. Ну, то есть, все, в принципе, то, что мы думали о нем во второй серии, как я подумал, пока что все оказывается правдой. Он поджег гостиницу, он взорвал шахту, и он раздвоился из-за того. А из-за чего? Из-за того, что было с самого начала такое, или из-за того, что его таким сделали? Это уже другой вопрос. Это что, новая страница его дневника? А мужчина в маске, теперь я знаю, кто он такой. Это он. Кого там принесло? А можно сначала прочитать заметку? Или нет? Видимо, нет. Жаль. Потому что мы-то как раз не знаем, кто такой мужчина в маске все еще. Да, я слышу, что за дверь кто-то стоит. Сейчас мы ему откроем. Это шериф, возможно. А, никого там нет. Там никого нет, дурак, не открывай дверь. Ты же видел отсюда, что там никого нет. Ты же видел, что там никого нет. Глава 10. Мужчина в маске. Я знаю, кто он такой. Понял, когда он снова пришел мне на помощь. Это мой отец. Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака, который меня чуть не убил. Холод пронзил мои руки и лицо, сосульки устремились к моему сердцу. Но отец, спрятанный под маской и цилиндр, вновь меня спас. Он появляется и исчезает, словно призрак. Значит, он мертв, как и все остальные. Как он умудряется защищать меня из могилы. Не понимаю, почему не узнал его сразу по одежде и цилиндру. Но он отправлял мое он отравлял мое существование, пока был жив. Зачем он помогает мне сейчас? Чем больше я знаю, тем меньше понимаю. Он тебя, видимо, защищал всю жизнь. Ну что ж, мы заканчиваем на этом очередную нашу серию прохождений, потому что 10 глава может быть очень длинной. Прошли 9-ю. Спасибо, Гомиша, всем, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока.